Валерия, больше 10 лет, город Москва. Я занимаюсь в Московском детском театре эстрады и неплохо езжу на лошадях. Мне очень нравится олень. В прошлом году мне очень нравились совы. Я очень много времени посвящаю своим любимым животным. Еще мне очень нравятся разные домашние животные, ну и дикие тоже. Когда я вырасту, я хочу завести собаку. Я очень люблю своих родителей, я очень люблю студию актер, в которой я занимаюсь. Еще мне очень нравится, когда люди радуются. Даже если это может быть и не радостью для меня, но мне все равно нравится, когда кто-то счастлив. Бывает, я это понимаю, но не могу понять до конца. Мне все равно очень обидно. Но я пытаюсь бороться с этим.